Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Samsung Tab Active. И сейчас я покажу вам, как включить или выключить режим энергосбережения. Итак, для этого мы свайпаем вниз, ищем здесь режим энергосбережения. Он называется «Экономия энергии». Вот, и нажимая на него, мы можем его включать и выключать. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.